Привет, Даша. Скажу сразу, я немножко нарушу свои обещания. В своем последнем видео я говорила, что сниму два видео до конца года. Нет, оно будет одно. Прошу прощения. И будет посвящено не только прочитанному за месяц, но и лучшей книге года. Итак, прочитанное за месяц. Это будет очень такой короткий отчет, потому что я читала только Таню Готтер, Дмитрия Емица. И все время перевираю его фамилию. Это были 7 книг в следующем порядке. Таня Готтер «Трон Древнира», «Таня и посох волхвов», «Таня и молот Перуна», «Перуна», «Славянка» тоже мне называется, «Таня и пенсне Ноя», вы знали, что у Ноя было пенсне, «Таня и ботинки кентавра», «Таня и колодец Посейдона», «Таня и локон Афродиты». То есть, вот, «Локон Афродиты» — это уже 10-я часть из 13. Вообще что-то под конец Емица попёрло на Грецию, на греческую мифологию. Вот, все книги занимательные, такие вот, ну, я рассказывала уже о Тане. Такие легкие, ни к чему не обязывающие. Волшебство самое чтиво для декабря. Единственное, хочу подчеркнуть, что «Локон Афродиты» мне понравился больше, потому что там как-то вот помудрее, да и вообще все учащиеся школу магии ее заканчивают, они становятся выпускниками. И как-то она поглубже прочих книг. Я даже несколько цитат оттуда выписала. Вот. Ну и так как прочитанного за январь, как вы понимаете, уже не будет, те, кто пропустил мое объявление об уходе в закат, оно звучит в видео под названием «О комиксах». Это мое последнее видео. Передадим. Ну и так как не будет прочитанного за январь, покажу сейчас. Я начала читать книгу, уже прочитала больше половины, видите, где закладка. История российского государства, 17 век. Мой любименький Борис Акунин. В книгу я просто влюблена. Она клевая. Вот за что я люблю Акунина. Обычно историки, когда говорят об истории, они говорят: бла-бла, такой-то год, такой-то месяц, такой-то день, такая-то ситуация, там, или подписан такой-то договор, или там случилось это, случилось то. Акунин нам представляет всю картину мира, полную, 3D, 4D, и не знаю сколько, много D. Это вам и политические способности тех, кто правит державой. Это их личные особенности, которые влияют на политические. Это и приближенные к ним люди, которые тоже влияют на того, кто считается главой государства. И это обзоры просто людей, значимых для этого периода, которые стоит знать. И когда Акунин большой умничка лапочка, он рассматривает ситуацию со всех сторон. Он лишается своего гражданства, ну, не официально, конечно, а пока пишет. Он ко всему объективен настолько, насколько это вообще, в принципе, возможно. Он говорит и плохое, и хорошее о России. Он цитирует наших отечественников и современников тех событий, о которых он говорит, и тех, кто были позже этого события. Говорит и об иностранцах, и вот цитирует выдержки какие-то из писем, из книг. То есть он подходит к рассмотрению ситуации со всех доступных точек доступа, наверное, так скажем. То есть гениально, конечно, книга полна карт, которые помогут понять, что к чему. Полны иллюстраций. Читается все очень интересно. И если раньше я не могла судить о том, прав ли Акунин в своих изысканиях или нет, потому что
Рюрика, как я знала гораздо меньше, чем Романовых, то теперь, читая, я могу сказать, что да, я, конечно, не сотрудник научно-исторического института, у меня нет степеней исторических, но как человек, увлеченный историей с самого детства, я готова подтвердить, что Акунин прав. Ну, по крайней мере, мои точки зрения на историю с ним вполне сходятся. Так что книга отличная. Ну и вот. Так что с прочитанным за месяц мы закончили. И теперь я хочу огласить лучшую книгу года. Я не буду врать, я не была смущена постановкой вопроса, у меня не было затруднений. То есть я когда просмотрела то, что я прочитала за 2016 год и увидела эту книгу, я сразу поняла, что вот она. Это та-та-там-та-там. Это книга называется «Клеймо», автор Сесилия Ахер. Кто не знает о сюжете или не помнит моего отзыва на эту книгу, действие происходит в мире, где малейший проступок карается достаточно серьезно. Вплоть до того, что люди, как-то вот неправильно поступившие с точки зрения властей, они лишаются каких-либо привилегий, в автобусах для них отдельные места, и даже если с ними что-то случается, то помогать им нельзя остальным. То есть очень напоминает ситуацию с афроамериканцами до того, как их признали за людей. Это такая очень книга глубокая, заставляющая себя переживать, что очень важно, затрагивающая социальные проблемы. Но у нее, к сожалению, слишком открытая концовка. Это единственный ее недостаток. Книга великолепная, обязательно для прочтения. Я крайне настойчиво рекомендую, потому что она действительно выдающаяся. Кто-то может подумать: фу, Сесилия Ахерн, бабский писатель. А-а! Нет! Нет! Будет неправильно так думать. Она пишет разные вещи на любой вкус и цвет. И чем дальше она пишет, тем более глубокими они становятся. Хотя начинала она действительно с книг для женщин, скажем так. Но, тем не менее, они все равно были прекрасны. Так что не надо тут принижать женские книги и тех, кто начинает свою деятельность с написания он их. Книга «Клеймо», она правда великолепна. Собственно, заканчиваю это свое видео, как и все остальные. Всем, кто был рядом со мной, долго ли, коротко ли, я очень признательна, что вы со мной были. Масло масляное, сказала. Я желаю вам счастливого Нового года. Пусть за спиной будут крылья, а в животе бабочки. Пусть вас окружает только доброе волшебство, добрые чудеса, прекрасные люди. Пусть ваши близкие всегда будут рядом с вами. Друзья никогда не предают. Конечно же, счастье, конечно же, здоровье. Всего самого чудесного и прекрасного, изумительного, поменьше вам преград. А если пусть такие будут на вашем пути встречаться, исключительно для вашего воспитания и роста, и моральной эволюции, то пусть они легко преодолеваются без тяжелых потерь. Еще раз большого вам добра, спасибо, что были со мной, даже если это видео единственное, которое вы посмотрели среди моих прочих. Ну, прощайте, как-то не хочется говорить. Быть может, увидимся. Пока.